и День Папы. Качество Останкино. Медленного интернета. Скоростной 4G интернет Билайн от 7 рублей в день. А можешь медленно покрутиться? Я панораму сниму. Медленно я не умею. Билайн. Просто удобно для тебя. Скучноватый пейзаж. Есть идея. Теперь пейзаж повеселее. Смотри, какую папку картину нарисовал. Какие вы у меня молодцы. Ух ты, киндер-пингви. Молоко, бисквит и шоколад. Киндер-пингви. Теперь надо бы поить. Тут без газонокосилки никак. А сейчас мангал. Все, что вам нужно для дачи. Новая услуга. Закажите на сайте obi.ru, заберите в магазине. Обе сделаем вместе. Для производства детского пюре Хайнц мы используем только отборные, натуральные ингредиенты без добавления крахмала. Поэтому даже самые требовательные мамы выбирают пюре Хайнц. Хайнц, созданный экспертами, одобрено мамами. Здравствуйте, Сергей Янович. А, Василий, приветствую, проходи. За результатами пришел? Угу. Макароны хочешь? Не, ешь ты, пожалуйста, я уже сыт. Да? Значит так, в нашей базе этих пачек нет, но один раз они у нас уже появлялись при попытке кражи оргтехники из средней школы номер 14. А? Может, хочешь макароны? Ешь, ешь, у меня еще есть. Спасибо, Сергей Иванович. Ага. Не за что, счастливо. Здравствуйте. Елена Сергеевна, если не ошибаюсь. Здравствуйте, не ошибаетесь. А что случилось? Что-то натворили наши ученики? Да нет, я по другому поводу. Скажите, у вас работал Лукьянов Виктор Ефимович? Присаживайтесь. Спасибо. Да, Лукьянов вел у нас физику, затем еще информатику. А не подскажете, по какой причине он был уволен? Чуть больше полутора лет назад наша школа первая получила партию ноутбуков для класса информатики. Буквально через неделю ночью их попытались выкрасть. А при чем тут мы? Видите ли, окна в классе информатики зарешечены, поэтому попасть в класс можно только через дверь. А в милиции нам сказали, что замок был открыт именно ключом. На тот момент единственный ключ был у Лукьянова. Угу. Не решил. Да, я решила его уволить. Ну, потому что все указывало на то, что Лукьянов замешан. Доказательств было мало. А знаете, что он мне сказал при увольнении? Меня сняли. Прозябание в нищете – это удел плебеев. Личности же добиваются успеха любыми методами. Ну, что же, спасибо, Эльвира Сергеевна, вы нам очень помогли. До свидания. До свидания.